Нестабильность и угроза терактов на Ближнем Востоке, в том числе в таких популярных для туристов странах, как Египет, Тунис и Турция, оказали неожиданную услугу туристическому сектору Греции. Уже не первый год растет количество иностранных туристов, приезжающих на отдых в эту страну. В первом квартале этого года рост составлял 6,1% по отношению к уровню прошлого года. Мы никогда не предполагали, что к нам могут приехать больше 14-15 миллионов туристов. Это количество, которое мы ожидали во время Олимпийских игр. Поэтому то, что сейчас к нам приезжают 25-26 миллионов туристов, это не только из-за хорошей работы нашего туристического бизнеса, но и из-за геополитических факторов. Туризм – это единственный сектор греческой экономики, который растет. На него приходится 20% рабочих мест. В стране, где работы нет у четверти населения, у каждого второго молодого человека. На этом фоне у греческого туристического бизнеса возникают опасения, что новое повышение налогов пойдет на благо. Мы проделали хорошую работу с 2010 по 2014 год. Но с 2014 по 2016 процесс пробуксовывает. Сейчас требуется опять продолжить реформу. Поэтому мы вступаем в период еще более жесткой экономии, чем та, что у нас была в последние три года. В рамках нового пакета мер экономии и увеличения доходов, принятого в мае греческим парламентом, новым налогом облагаются гостиницы. А на прошлой неделе вступил в силу новый налог на добавленную стоимость при продаже алкоголя, табака, кофе, а также услуг мобильной связи и интернет.